Закрыть или продлить больничный в округе теперь можно с помощью Google формы, QR-кода и ссылки на него. Все данные есть на официальном сайте больницы. Человек, которому нужно закрыть или продлить больничный лист, он со своего персонального компьютера или с какого-то гаджета может, открыв эту страничку, по этой ссылке сразу перейти на индивидуальную страницу, где он должен внести буквально несколько данных о себе. Это СНИЛС, это номер телефона, это указание поликлиники, к которой человек прикреплен. Дальше нужно выбрать действие «закрыть» или «продлить». В завершении нажать кнопку «отправить». Заявку рассмотрят в течение рабочего дня. Открыть больничный тоже стало проще. Для этого пациент может позвонить по номеру 122. Оператор переведет вас в то учреждение, к которому вы прикреплены. Но злоупотреблять дистанционной формой работы с больничным не стоит, отмечает главный врач больницы Олег Дмитриев. Если вы болеете в легком, в форме лучше обращаться в поликлинику. Они работают ежедневно с 8 до 20.00, выходные с 8 до 16. Действуют чистые и грязные зоны с отдельными входами. Работу переформатировали. Состоялись соответствующие распоряжения Минздрава Российской Федерации, Минздрава Московской области о сокращении, значительном сокращении плановой помощи в амбулаторном звене, в том числе и за счет узких специалистов, о направлении высвобождающихся медицинских работников из числа врачебного персонала, среднего медицинского персонала в сегмент оказания помощи в экстренной неотложной форме для пациентов с инфекционными заболеваниями. Это не значит, что к узкому специалисту вообще не попасть. По словам медиков, в чистой зоне поликлиники терапевт сможет записать к нужному специалисту через систему ИМИАС. Правда, их сейчас не так много. Может потребоваться поехать, например, не в ту поликлинику, к которой вы привыкли. По ситуации с омикроном в целом врачи осторожно предполагают некую стабилизацию в части роста заболеваемости. Но тем не менее, больница загружена, в том числе и за спецкоек, куда направляют и пациентов из других городов области. Особенности течения самого штамма омикрон, в чем она состоит? Больше стали болеть дети, больше стали болеть беременные. И вторая особенность, это уже конкретно нашего места, это то, что в нашем учреждении развернуты специализированные койки для лечения беременных. У нас единственный обсервационный родильный дом, да, на всю Московскую область. Нагрузка очень велика, и при наличии 66, ну, по штату развернутых коек для лечения женщин с подозрением на коронавирусную инфекцию, подтвержденным фактом с пневмониями, значит, у нас вот уже мы зарегистрировали цифры в отдельные дни и 110, и 115 женщин. Тоже отмечалось и по новорожденным. Также резко возросло количество новорожденных, которые у нас находилось на пике, это достигало 45, даже 50. Детей. Кстати, в округе сейчас привиты 20 подростков. Точка вакцинации открыта в детской поликлинике на бульваре Кузнецова. Взрослых ждут в торговых рядах. Еще из последней информации, теперь человеку, у которого был положительный тест на ковид, для выхода на работу или учебу повторный брать не нужно. По словам медиков, пациент, зараженный омикроном, спустя 7 суток уже не заразен. Основной критерий для выписки – самочувствие. Пациенты контактные, но не заболевшие. То есть те, у кого был установлен контакт с положительным, ну, с подтвержденным ПЦР-тестом больным коронавирусной инфекцией, он теперь не должен подвергаться изоляции и карантину. То есть, если у человека не возникло заболевание, значит, ну, он может находиться в социуме. Из-за большого количества больных с ковидом из некоторых ФАПов на время врачей пришлось перевести на центральную базу. Это коснулось, например, Жучков, Васильевского, Ходькова. Врачами доукомплектовали выездные бригады округа. Жители поселений просят обращаться с трудностями. Так, недавно в одну из деревень выезжали медики, чтобы люди могли закрыть больничные. Подобные меры могут приниматься и впредь по ситуации. Жанна Лавяникова, программа «События».